Так, я вас приветствую, дорогие друзья. Так. Ирландия, салют, салют. Ильян Кашу. Салют. Лачей Динсурока. Так. Водки есть и мультилуми онлайн. Так. Бельса на связи вижу. Так, ребят, делаем репосты, кто? Хочу обсудить с вами несколько вопросов, порассуждать на тему, какие события нас ждут в декабре этого года, какие сюрпризы нам готовит режим, как обстоят дела. Ребят, ну, я приветствую всех тех, кто находится онлайн. Значит, разрешите мне, во-первых, поблагодарить вас за ту активность, которая была на протестах, мою поддержку. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашего активиста Феликса Гринку. Значит, вы видите, что давление на нас, давление только растет со стороны режима. Делается все для того, чтобы уничтожить меня, как лидера нашей партии, мэра города Бельц. Значит, бьют по нашим коллегам. Мы переходим, мы проходим через очень сложный период, но, ребят, я сразу говорил, что легко не будет. И тогда, когда мы обсуждали, в том числе, нашу стратегию, что мы делаем дальше, я как бы говорил, что, ребят, значит, Плохотнюк является главным злом страны, поэтому, выходя на открытую войну против него, естественно, он будет предпринимать там какие-то грязные попытки для того, чтобы нас остановить, и я предупреждал, что будет сложно, потому что мы являемся реальной оппозиционной партией, которая борется с режимом. Мы
не подыгрываем и не будем им подыгрывать ни в чем. И пока есть все вы, пока есть желание у вас бороться дальше, значит, мы должны делать все для того, чтобы освободить страну от этого негодяя, у которого планов, к сожалению, очень много. Я не так часто выхожу онлайн в последнее время, но хочу вам сказать, что есть некоторые новые вещи, которые я, о которых я не могу говорить, но я доведу до конца начато, и Молдову от Плохотнюка я точно избавлю. Значит, на этой неделе у нас продолжается борьба в судах. В судах, в которых Плохотнюк что хочет, то и делает. Значит, они пытаются уничтожить сегодня любыми путями Феликса Гренку для того, чтобы осудить одного нашего активиста, чтобы как бы сделать из Феликса пример, сказать, что вот, ребята, вот все, кто будут вместе с Усатым там бороться против нас, вас ждет то же самое, что ждет Гринку. Значит, правда ли, что исключили из партии Юрия Тодеряна и Сорок? Вот спрашивают. Да, правда. И Юрий Тодерян, и два советника, которые голосовали за снятие председателя района. Вы знаете, сегодня платформа «Да» вместе с нами участвовала в протестах. Мы вместе протестовали. И сегодня голосовать за отставку председателя района. Да, он был зеленым, но он перешел к платформе «Да». К Андрею Настасии, Пшаста, Сконченева, районе, Анчарк, Сфака, Жокулу и Плохотнюк, Каскуат, Азум, Пшединти, Дирайон, Касылажути, Плохотнюк, Пидеус, Сышпу, Ивом, Лор, Пшединти, Дирайон, Юнамне, Войдя, Шаваминин, Партит, Диаста, Юрий Тодеряну, Факут, Листа, Ласурока, Эштес, Вамини, Луй, конкрет, Диаста тез формушел с плечи, каста освещал мои корректные методы. Псордуйся лал партии, двора дерапи у него, следы у меня дзоса на тате, дар йоша поркари нас пермит ланой сан темпле. Йоас рамен ку кытива миди уаменем туа цара, дар врау сфи уамень калитатив, сфи уамень интегри, сфи уамень кари да, тречим пен маймуты пресивунь, дар боец, тот лумя уж тиутка, не вотя запиновый, а он кредеренной, да ну к салфачезволь пи омулу плохотню контрольный район, варял ту пшеденте де район. Но нам вот от, шо ну вам вот от. Диаста свекларла тот лумя. То есть нам люди, которые выполняют какие-то грязные миссии, либо решают какие-то свои интересы, не нужны ни в одном районе страны. Вот, значит, про елку тут разговор, вижу комментарий. Газета СП в Бельцах написала статью, что елка будет елка, но старая и так далее. У нас в прошлом году, все помните, в Бельцах была самая крутая елка в стране. Значит, чтобы не было спекуляций на эту тему. Как я и сказал, что елка будет другая. И я точно лучше СП знаю, какую елку устанавливают. Значит, в прошлом году там, несколько сотен тысяч долларов стоила закупка гирлянд, там, разных новогодних игрушек. Я это все оплатил из своих средств. А для того, чтобы, значит, елка новая такая, если ее сегодня купить, она стоит порядка там 80-100 тысяч долларов, если ее заказать в Китае. Значит, чтобы не тратить такие деньги, значит, я договорился с компанией,
у которой есть десятки елок в разных городах СНГ и Европы. И, то есть, наша елка, которая была в прошлом году, в этом году они, по-моему, ее установили в Тирасполь. Та, которая была, не знаю, в каком городе, врать не буду, то есть в этом году будет в Бельцах. И каждый год получается новая елка. То есть она искусственная елка, но у нее абсолютно другое освещение, то есть елка будет выглядеть совсем по-другому. И елка, поверьте, у нас в этом году также будет самой крутой. Вот. И елку в этом году устанавливают за мой счет, поэтому елка, праздничный салют, будет работать на празднике столовая, на том же месте, что была и в прошлом году, социальная столовая, где бесплатно будут кормить обедом, где очень много людей, к сожалению, не могут себе позволить даже купить продукты, поэтому для этих людей будет бесплатно работать столовая. Значит, в Бельцах. Поэтому, значит, открытие елки 15 числа, будет красивый концерт, будут работать аттракционы для детей, значит, будут те же домики, которые были в прошлом году, где будет разная кухня. Поэтому welcome to Belts. В Бельцах все будет красиво. Да, пишут уже, что елка уже стоит. Значит, да, я знаю, ее закончили монтировать сегодня, но официальное открытие будет 15-го, и увидите, что все будет здорово. Значит, пишут про команду «Зарю». Да, хочу поздравить всех болельщиков футбольного клуба «Заря Бельцы». Значит, была очень сложная игра вчера с клубом «Дача», значит, где судики чистые циники, понимаете. Мы не платим судьям, мы честно боремся. Значит, вчера в наглую, когда они дали пенальти, мы просто видели, как убивают ребят. И вообще меня начинает раздражать уже эта вся история с договорными матчами, со всем этим бардаком, который есть. Но ребята все-таки отстояли. И 1-0 они, ребята победили. Значит, мы находимся сегодня на третьем месте. Мы на несколько пунктов буквально отстаем от шерифа. Разрыв между нами дальше увеличился. Они на четвертом месте. Поэтому мы будем продолжать бороться за чемпионство. Потому что те, кто следят, видят таблицы, что мы очень четко мы стоим на месте. Хочу поблагодарить тренерский состав, хочу поблагодарить ребят из «Зари». Значит, я буду стараться все для того, чтобы сохранить футбол, но, к сожалению, то, что они устраивают судейство, это то же самое, как в судах плохиша. Вот, значит, Ренат, как можно вам задать вопрос без свидетелей? Пишите мне в личку на эту страницу. Вот, значит, тут спрашивают, что пишет, бред пишет Балакше. Ну, просто, ну, понимаете, что может писать Плохотниковский менеджер? Уже приписывать мне акции Элата и рейдерскую атаку на Элат. Послушайте, я понятия не имею, кто там, какими акциями владеет и так далее. Но сегодня приписывать меня к тому, к чему я не имею никакого отношения, даже косвенного, значит, они просто связали это с тем, что Стас Рагульский, который участвовал с нами в акциях протеста, бывший работник СИБА, полковник, значит, и этот придурок пишет, что вот Рагульский, начальник охраны Стас, я его хорошо знаю, очень много лет, но он никогда не был начальником охрана ни в партии, ни моей личной, поэтому, ну, послушайте, просто высасывает с пальца всякий бред и так далее. Меня беспокоит другая ситуация. Ребят, значит, в Молдавии готовится новая коалиция. Значит, переформатирование сегодняшнее, значит, Плохотнюк устал договариваться с ГИМПу, плюс после реформы правительства,
Значит, либералы исчезнут из министерств, то есть их не будет в тех министерствах, которые останутся, те, которые объединятся, то есть либералов не будет. Значит, источник, который внушает доверие, значит, сегодня мне сообщил об этой комбинации, значит, и сообщил также еще один очень важный момент. Значит, чтобы вы знали, что Филипп съехал со своего кабинета, он сейчас уже находится в другом кабинете в правительстве, и дизайнер Плохотнюка, который, скажем так, занимался его личными активами, значит, идет полномасштабный ремонт в кабинете премьер-министра. Значит, ответственный один из дизайнеров Плохотнюка. Делает его в стиле офиса Плохотнюка в GBC. И его офис также, когда делали в парламенте, там все зашивали там деревом. Значит, когда Плохотнюк был вице-спикером. Значит, их очень торопят с ремонтом. И есть основания считать, что Плохотнюк готовится сам заехать в этот офис, потому что поверить то, что делает дизайнер срочно ремонт в офисе премьера под Пашу Филиппа, ну, я в это не поверю. Значит, переформатирование коалиции, которое они готовят на ближайшее время, значит, поверьте мне, также в два удара они проведут, значит, в парламенте то, что связано с реформами в правительстве. Правительство автоматически должно подать в отставку. Поэтому я не исключаю, что Плохотнюк еще раз попытается стать премьером, потому что очень амбициозный, очень амбициозный и больной товарищ, которого вы помните. То есть он помнит, и за это он мстит и мне, и Андрею Анастасову. Значит, за то, что мы ему не дали стать премьером в начале года, и Плохотнюк хочет для себя закрыть хорошими новостями этот год. Поэтому, так я примерно посчитал, значит, на этой неделе, если Конституционный суд утвердит Дадона, инаугурация 23-го у Дадона, значит, 24-го, после этого съезд Демпартии, где, вы понимаете, Плохотнюк может устроить все, что угодно. Может там стать премьером до 23-го. Уже есть Тимовти, которому дали секретарь, кабинет, 30 тысяч лей. И Тимовти, поверьте, на этот раз с удовольствием ему поможет. То есть я не исключаю, что это они сделают до Нового года. Потому что и эти переговоры по коалициям. Кстати, в новой коалиции, значит, чтобы вы понимали, они берут несколько депутатов от ГИМПу, они кого-то вырывают, еще берут в аренду у Воронина, и туда же они хотят взять какое-то количество социалистов. Это будет уже, ну, самой большой наглостью в истории молдавской политики, потому что попытаться второй раз за год стать премьером, это, конечно, жестко. Я очень надеюсь, что выйдут люди, и как первый раз не дали Плохотнюку стать премьером, так не дадут и во второй. Значит, в ближайшие дни будет, думаю, даже завтра будет новое. Информация, и мы поймем, реально он это пытается сделать до 23 числа. Потому что пока есть Тимовти, пока быстренько, значит, они проведут через парламент то, что им надо. И я не исключаю, что это все-таки я считаю, что, значит,
вполне логично, что это все-таки может произойти до 23-го, до инаугурации Дадона. Значит, по поводу того, что Плохотнюк считает, что он уничтожил полностью протестное движение в стране, и люди не выйдут, ну, я думаю, что это как раз может быть та новость, которая реально объединит всех, всех граждан страны, понимаете? Поэтому сегодня, Михаил Федорович, да кайфост по накома асу, Энмэник, Пермом Панталон, Лаплохотнюк, держа ас до посей и ось, после леса пеги пока, капион презерватив, он солезет, да? Значит, шеп гимпу держа спарат острому на оппозиции. К сусатурат из колобурезаку Михаил Федорович дяста пимешал тримати ла одихна. Так. Ренат, вызови Плаху на дуэль. Вы знаете, я согласен на дуэль, даже чтобы между нами было 500 метров. Так, Раду Мура пишет. Ренат, ты сделал большую ошибку, когда поддержал Дадон. Ребят, я говорил четко. И перед первым туром. Ну, давайте мы эту тему закроем, потому что я объяснял свою позицию. Я не могу политически поддержать Майю Санду, которая после встречи с Басеску заявила о том, что она, что декларат Майя Санду у нее нест. Хадит фильм Сереж, залезет. Ну, пати Майя Сабу, Сабу сценери политика Демпартия, Партиду Ностру. Шантуру до я ради антропарты Майя Динал, ты рад Дудон. У фост идея конженерас, ну, партичпам антуру до. Да раз на тот, ну, и коррек, штиску, мади комприму тур ампартичпат, сам ну требует спартичпам дело каналезер, а шаку мафост идея мя дела бун чапут, анцелезис. Сау антуру дой держа, ну и требует спартичпам кашай коррект политик. Ши воспунем куда-то. Ще еще цини ди платформа партиду социалистор, а дика ксиса термина тим по асарете. Да ее нам авутал тишири, казва фиеклар. Так, начальница пишет. Ева Тимуш, привет из Великого Новгорода. Завтра уже буду в Москве. Ева у нас уже крутая начальница, по гастролям все разъезжает. Вот. Многие спрашивают, Ренат, когда начнется игра? Ребят, подождите немного, все будет в порядке. Чекари, а у него ди дискуссии, он приват, он скрит, лосацу номер, ди телефон, с фиен, ватсап, шиева контакте, да с фиен, пунтру месаж скрит, тема, сау проблема, ну вас пораз, физик нори ушескер. Так, сколько раз слышу и читаю имя Плохотнюк, не надо скорую вызывать. Задолбали он и его подружки. Дружки, может. Вот к моему тентребер честь цени де Дудон. Стимас приятен. Так Дудон усфак чава инкоррект. Он спуск клар. Косчер, он правунок, у Думивастры Дентранс, усфак, все еще промес, когда к нас фак, и Васи Гурьё, кер пришединти, асадисэм флин три патру лондидзели. Ша стоял он залези. Значит, Ренат, вы были на концерте Арбакати Бессонницы? Не был. Концерт был позавчера. У меня бессонница вчера была.
Значит, Ренат Георгиевич, какая-то фирма собирает деньги перед Северным вокзалом за стоянку транспорта. Говорят при этом, что это Приморье-Бельцы. Там есть парковка официальная Приморье. Значит, сейчас смотрят наши советники из Бельцы, они разберутся. Но есть официальная наша парковка, и в разы увеличилась прибыль этих парковок. Значит, кто-то тут пишет, что нужно работать так, чтобы были у Приморья свои деньги. Ребят, елку подарил я, но в этом году в Приморье уже появились деньги. Значит, то, что связано там с арендой техники, этих LED-экранов, аппаратуры и так далее, то есть Приморье будут участвовать в этом году, будут участвовать муниципальные предприятия и так далее. То есть, поверьте мне, что там сейчас все в порядке. Так, Ренат, вам Феликс передавал. Привет, да, спасибо, мне передавали, я ему тоже передал через нашего активиста, который находился рядом с ним. Поэтому, ребят, вот эта ситуация, то, что устроил координатор, и если на самом деле он делает ремонт в правительстве под себя и готовится туда заехать, ну, вот это будет очень удобный момент снести всех их к чертовой матери, потому что дальше терпеть это просто невозможно. Так. Значит, ребят, я хочу пожелать вам всем хорошего вечера. Делайте, пожалуйста, репосты. Очень важно сделать все для того, чтобы мы не должны дать Плохотюку стать примером, если он попытается им стать. И мы должны сделать все для того, чтобы свалить этот правящий режим. И я сам неоднократно выходил с призывом, что вся реальная оппозиция должна объединиться и дать бой режиму Плохотюка. По крайней мере, пусть это будет последний, неважно какой результат, но важно, что должны людям вернуть то, что у них украли за эти годы. А у них украли и крадут сейчас последним. Поэтому всем хорошего вечера, вайбес, вам усмеден суфлет, ше идем батая дуара найти, вайбес.